Чай, кислород присумывается. Ладно, значит, в одного. А народ пустой спек. А где адмирал? Адмирала ремонт. А, точно. Я просто, по-моему, все рейды, что я ходила здесь за 4 месяца, все были с адмиралом. Да, был такой. Назар, поставь ловушку. Спасибо. Рассчитайся на МПК. Народ, это неплох. Ты в него прицельно играла? Ну, вчера же у нас сказали, что лучше убить. На всякий случай. Ну, если он играет в танка, то почему его то нужно убивать? Это теперь легально? Ну, типа, да. Вчера какого-то, это, туда в МК взяли, и он согрел дальний трэш, поэтому лучше. Да, поэтому теперь это легально. Трэш уже этот прошли. Так он еще что-то трэш сзади. Я даже Мазера не успел таргет Двор пытался. Там ускользание было. Лор, да. У нас типа такого рейда больше. От Лора. Почему, допустим, когда Хантов берет, ну, это, контроль, они прижимают Тетру? Почему, когда ДК берут контроль, они прижимают Зелен? Почему Вар не прижимает, допустим, Шовоси? А Паладина не всегда, баб. Ну, паладины же крылья прижимают. И идут ебашиться с руки. Понимаешь, паладины прожимают или 50 на 50, или вабл, или с крылья. О, ханты самый умный.
Паладину. Счастье все равно. Вот я тебя, Редвар, не убивала. Еще как убивал? Это была не я. Это был я. Там это мусор выстрелит. Ты порой даже кнопки не нажимаешь, а ждешь специально, чтобы кого-то контроль брал. На прошлом, когда я про это прекрасно помню. Я? Ты меня с кем-то путаешь. Так вот, приютили, значит, змеюку. А она потом кинжал в спину. Идет. Скорее уж, стрелу. Ясно все. Ясно. Кстати, прикольные мобы. Где еще можно своих побить? Я тебя на БГ приглашаю. На БГ можно побить. Не, ну на БГ это такое, знаешь. А тут в винсте прям не заходя на. Что значит такое? Если ты в танке. Народ, ты по диспелу в большей степени. Вместе с материалы. Короче, появляются мобы, появляются. Полина, здесь стоишь. Элбрил, твоя фиолетовая. Так, дальше появляются мобы, Я на одного корнюй. Он самый последний должен будет дойти до босса. Два лока в бан. Так, дальше. То есть, Кирс, ты тоже заметло Валеми? По одному, по двум. Там просто надо 2-3 секунды. Вот, уже моба появляются. Там 2-3 секунды кинули, и все, и заеби. На первую ШВшку отдал. Сак ты, блядь, нихуя нет. Старался, если...
Блять, никого-то нет. Не адмирала, блять. Всем привет. Привет. Здорово. Есть какие-то нововведения? Попробуем через контроль. Чё, у хантов есть трапы. Может через трапы. Ну, факт в том, что первых три моба... Ну, то есть вы все законтролить все равно не успеете. Но народ тоже корнем. Как бегаем? Все это... Законтролить не успеете. Как вчера? Ну, типа, не вместе? Свободные художники. Главное через контроль. Чтобы локи 100% законтролили и друиды законтролили. Чтобы дошло в босса 4 моба первоначально. И потом уже это. И потом все остальные там по 2, по 3, по 1. Так и прохиливаться будет. Сопрот выпейте. Даю проект. Каску. Приставов дайте. Сбегаться, я так понимаю, не будем, да? Центр. Будем. А, будем? Ты контролишь, Гев, ты слышишь? Да контроль это не проблема. Главное потом их до следующего коста подвести. Все, все здесь. Кто первый? Ты первый, если. Попробуем без максейвов выживать. Сопроты в пьем же, да, сразу? Конечно. Стой, Леха, а мне ага. Танки или нет? Войду. Да. Ты в танке. Если что, будешь давать сейв свой. Тебе единственный сейв будет. Если будешь видеть, что дохуя мобов сразу идет, давай свой. Если моба 3 идет, то. Все, поехали. Ну блин, ну спасибо, ну что ты делал? Так я тебя вроде далеко стоял. Прям передо мной это ложится. Ну блин, ты что делаешь? Не знаю. Реально, блин. БР, да, там? Никто не помнит, что надо сбегаться? Вот забрал бы кто. Вот, забери, босс. Нажми. Блин. Что вы мучите со стартом? Ну, блядь. Сначала на этом, потом тебе, потом на нем, блядь. Реально случай. Ложись. Под боссом две уши. Живитесь. Сколько стаки висят? Напоминаю тем, кто тут, блядь, будет и что-то еще делает. За эту хуйню я сейчас начну ГП начать. Рандомно ложите лужи, блядь, на двух костах. После двух костов сбегаете и становитесь боссом.
Поставил вам, блядь, звездочку. Видели, кто куда стоит. Где дисплел, блядь? На мне, блядь, 10 секунд, блядь, сука, дебаф херачит, нахуй. Нету дисплела. Твал друида сказал дисплелить. За эту хуйню я начну начислять. Мой народ диспелил 11 раз. А Теола, не будешь диспелить, начну начислять. О хуй, один монород диспелит, а ты нихуя не делаешь. Ну, мне тоже что-то. Концерт дебаф долго висел. Там вроде не критично. Рыба стоит, баф. РДД все по краям стали, от ромбика до печеньки стоят хилы. Стойте здесь, и мили зона сюда не отбегайте. Что? Ты когда босса забираешь, воет, прожаться стоило. Сейчас две тычки ложит, припот на броню выпить. Керс. Все готовы поехать. Там, где лужи, визуально это, блядь, мобы появятся, которых надо будет контролить. Я за постами бота никого не вижу. Собери. Раст босс. Под босса всегда мобы появятся, сразу контроль. Роль моба. Хилю. Ждем 6-7, блядь. Больше не должно 3 секунды дойти. Все, отпускайте остальные. Семь секунд. Минию поднимайте. Забирай. Оппозитор, секунд. Сейчас заберу. Войд. Позиционку стали как стоят, блять, вот тело уже. Блин. Долго жил. Теола, подними арти. Анонс, не кто танчик.
может еще рейд побегает. Это значит, только ему недолго осталось с 18 стаками. Контроль моба. Контроль. Дали общий контроль. Все должны законтролить. Два моба должны дойти максимум. Блядь, где контроль? Почему все мобы, кроме двух, блядь, дошли? Трех. Че, в трапах были? Раз моб, два, три. То есть законтролило два ханта и один лох, правильно? Четыре. Шесть мобов. Еще. Блядь, двух мобов еще не законтролили. Где контроль от Кирс? Где контроль от друидов? Где корни, блядь? Гевка корни кинул. Он в корнях мог был. Я не вижу сейчас, вот 4 моба стояло. Я серьезно тебе говорю, Гевка в корне кинул, он стоял до конца. Посмотрел во фрейм контроля это. Неужели, блядь, сложно на 2 секунды отвернуться, блядь, и законтролить 6 мобов? Чтобы без дефов это все прекрасно пережить. Просто, блядь, когда вы подбежали под босса, у вас должно быть знание того, что вам надо сейчас, блядь, законтролить моба. Всему рейду, блядь. Не только, блядь, этим людям, которых я назначил. Это касается и миликов тоже. Можно со стороны дать оковы, блядь. Можно дать, блядь, покаяние и репитер. Или, блядь, можно роги стан, блядь, подбежать на 2 секунды дать, когда они появляются. Неужели этого нельзя сделать? Там, где лежат лужи, это там появятся мобы. То есть уже визуально видно, где появятся, блядь, мобы. В какую сторону вам надо подбежать, дать контроль. Ничего сложного в этом нет. Не давай никаких сейвов. Никто не дает никаких сейвов. Учимся переживать всех мобов, блядь, с контролем. Если никто контролить нихуя не будет, то будем дохнуть. Пока 4 коста не пройдем, хуй отсюда уйдем. Слышь, Лех, может звездочка чуть дальше будет стоять, ну, с боссом? Какая разница, где он стоит? Ну, типа, чтобы мобы дольше доходили, чтобы больше времени за контроль будет там. Это все зависит от того, где вы стоите. Босс может стоять вообще в любом месте. Лужи появляются там, где вы стояли. Если вы не будете, блядь, вплотную боссу, блядь, как хилы, вот сюда вот, блядь, становиться, то лужи, естественно, здесь появляться не буду. Нормальному, адекватному человеку, блядь, в голову придет мысль, что можно стать вот сюда, и прохиливать отсюда, потому что рейндж, блядь, позволяет. То же самое и РДД-зоне. Можно стать подальше, потому что хилы стоят прямо возле вас. Чем дальше будут лужи, тем, блядь, дальше будут эти мобы. А у нас лужи, блядь, появляются вот здесь. Какого они здесь появляются на малом круге? Я в душе не. Я знаю. Хилы, милики. Писькометр важнее тактики. И больше времени будет законтролить мобов, блядь, даже когда они будут двигаться. Даже если кто-то приебется с контролем. Если лужи будут дальше. И больше вероятности пережить. Даже если, блядь, там мобы будут стоять в ебенях, можно притяжкой ДК их при... Можешь звездочку поставить в середине круга, как бы, чтобы визуально было, чтобы разбегались по кругу, мили... или дальше, ну, тяжко. Нет тут смысла. Бабл, это все фигня, звездочку можно убрать, понятно. Нужно ориентироваться относительно босса. Примерно, там, 15-20 метров там визуально. Может, проще подкинуть. А, в середине нельзя, потому что мы не будем лужи видеть, она там прозрачная, не видно. Там и не должно быть. Ребят, каз заканчивается, отбегите к стенам, вот и все. Все решение. Делорус, ты нормальный человек вообще, нет? Сопрот не хочешь выпить? Или с настоем сервера будет херачить? Давай, я выдержу.
Еще раз поехал. Все, поехали. Народ, встань, ты, блядь, босс. Чё ты? Тянешься. Народ здесь? На танков щиты ПКД должны висеть. Гимну прочите. Контроль по мобам. Общий прохил дайте по рейду. Гимна ХП. Сдал гим. Если лужи надо было. Стой. Все, давайте, подпускайте. Фил. Хуяло подпустили. Ты вовремя ШВшку дали. 10 секунд живи. Сколько этого? Хилов нет. Не сколько это мобов сейчас взорвалось? 3? 4. Изначально 4, потом еще раз 4. Я дала лужи, дали ген, и потом дал Элбрилуша ген. Зачем вход? Мы были фуловые. Я сказал Насте давать гимн. Элбрил, я тебе не говорил гимн. Когда ты сказал Насте, я уже его сдал. Твой гимн позже. Дал гимн на ХП, я его прожал. Твой гимн позже Насте по логам. У меня ж тайминги стоят. Ты гимн дал позже Насте. Может, тогда мне лужи не сдавать? Что если появилось 10 мобов, 4 взрывают, 6 назначенные люди, 6 человек контролят. И этим 6 людям, каждому сделать макрос на то, чтобы на свою цель они ставили метку. Будет 6 меток. И ты будешь говорить, когда 3 определенные метки надо будет отпустить. Эти 3 человека отпускают своих мобов. Надо отпускать. Я глубоко уверен, даже если все, блять, весь рейд будет контролить, 10 мобов и хуй законтролить. Не, я говорю 6. 100%. 2 моба сразу. Даже если вы законтролите 8 мобов, 2 моба сразу взорвутся. Я имею в виду, что сначала из 10 4 взорвутся, мы прохилим, подождем. Потом, допустим, 3 человека, Волока и Друид, отпустят своих мобов, они взорвутся. И 3 других человека, они своих мобов не будут отпускать, и мы будем их в контроле держать. То есть. И потом уже только их отпустим. Заходи на Адмирала, твой ДЦ тут бесполезен. Я к тому веду, что люди могут контролить одного и того же моба. То есть, к чему эти метки ставить, чтобы они контролили каждый своего моба. А то получается, что если, допустим, 2 друида в одного моба кидают что-то, то это минус один контроль. Времени вполне дохуя, чтобы идти и законтролить моба, которого никто не контролирует.
Я вчера протопаладином, блядь, бегал, спокойно все это херачил. Двух мобов щит закинешь, замедление, блядь. На второго, на третьего моба стан даже. И знаешь, три моба контролю одним паладином, протопалом. Не знаю, пережили же два каста, нормально. Каждые два каста была прожимка. Там все равно, если мобов не контролится, все равно вайп будет. Мы контролили где-то троих из всех. Все остальные ушли, уходили в боссы, взрывали по 6, по 7. Сейчас два раза почитаю. Гена, Сумонч, тут чувак, короче, в гильдию хочет вступить, пишет, какие классы нужны, я ему отвечаю, маг Хант Лок, он говорит, купит персонажа и придет к нам. Давай, пускай у меня покупает. Ну, так и не нужно. До чего люди дошли, блядь. Пускай мага покупает. Настя готова? Дайте буквально полминуты его настроить. Щит на хилбот вынести. Нет, убрать лишние аддоны, например. А то у него этот вим-чатик вылезает четко посреди экрана. Не знаю, как он играет. Аддоны же твои. Твои, я тоже думаю, что-то не то. Это твои аддоны. Ну, они у меня по-другому разнесены. По сторонам экрана, а у него четко по центру. Аддоны ты ее, только они разбросаны со стандартными настройками. Ты вообще там иди деньги зарабатывай. Ты почему не в рейде? Я работаю. И что? Давайте, у меня время. А чё по тактике вообще изменилось, расскажите? У меня тоже времени немного. Умираем. Мозер, раздавака. Все здесь, все готовы, поехали. Видишь, на малом круге все равно уже вот этих мобов в приоритете закатрадывается. Те, кто подальше, будут долго идти. Локи приоритет ближние мобы. Каст. Забрал. Блять, отведи правее босса. Босс устанет. Мобов контроль. Левой стороны. 2 секунды. 1. Можете подпускать 1. 2 моба. Все сразу. Сливайте 2 моба. Типа подтяните ДК. Короче, левее, левее, правее, босс. Да ЮШВ забрал босс. Секунду, подождите, полностью отпускать. Всё. Сейчас. Крик на ХП дал. Вы уже смотрите, аккуратно. Подальше хилы станьте, РГД зона подальше. Вот еще. Нам
Подведите босса, блять, правее, моба взорвите. Босса стали, мобов сейчас контролим. Контроль мобов. Дай купол. Подпускайте. Все, этого стопорните. Секунда. Диспел, ну, пожалуйста. 4 секунды. Просил рейда Емна, дай. Там под базом уж. Лужа под базом. Только немножко. Кто там, блядь, в луже под боссом разливает? Видите? Блядь, диспел. Не достаю, блядь. Не достать было. Сука, кто разлил лужу, блядь, под боссом? Какого хуя там лужа вообще делает? Там даже 3. 3 лужи, блядь, милики нам. Вы не можете, блядь, выбежать? Там первая лужа образовалась с того, когда мы вбегали на центр, где сейвы ты прижимаешь. Там был каст и это, хилы просвакали, по-моему. Там можно стоять, когда сбегается чуть дальше или нет? Потому что невозможно стрелять. Если вы хотите, чтобы вас прохилили, вам лучше подбежать. Хотите, мы подбежим, но чуть дальше, там буквально 2-3 метра. По таргету при таком ритме тебя хилить никто не будет, там вот туда уешки хилы. Девка, у тебя есть же хил, нет? Чё с ДЦ вообще? На первом месте, чё с ним? Так Кирсом не мканул, там другой. У меня без адмирала, с кого ты 5. Без ты 5. Чё-то слабо вы ауешься. С учетом того, что проседает весь рейд. Ты посмотри на хил Редру. Тогда это говорим. На что посмотреть? Это вообще рейд хил. На хил Редру? На хил Редру. АПС. Так она диспелит, наверное, потому что, нет? А до этого она не диспелила, но такой же был ХПС. О чем можно говорить? Это на этом пуле. Френди, где с тебя диспела? Ну, типа, последний раз, когда я тут был, диспелил только один человек. Сейчас мой народ мне вначале, как я вступил, написал, что на диспеле он. Я вначале спросил тактику. Все промолчали, ну все. Диспелишь с моноротом. Ну чего? Хорошо. Хорошо. По поводу Эрдру мне тоже ребята написали. Нахуй ему диспелить с моноротом? Ну, чтобы один человек диспелил, не нужно потом передиспеливать его же. А, с самым ротом, окей. Тоже мне, блин, Ардру диспелил. Ход и накидал, диспелил. В чем проблема? Полин, зайди на Ардру, покажи, как надо. У меня доступа нет, к сожалению. Показала бы. Дать тебе рестор друида? Как ты хочешь и диспелить, и хилить? Ты понимаешь то, что мы здесь уже второй день. Человек отбегает от луж, Гена, понимаешь? И в этот момент она даже не хотает. Она просто бежит, понимаешь? Просто бежит. Уверена, что ты бы или я бежали бы и хотали в этот момент. Ты, я смотрю, очень святая, да, блядь? Да не святая, поменяйте у меня через 10 минут, я все равно уйду на замену, хильте, пожалуйста. Не святая, я не прошусь, господи.
Поставьте мне на замену, мне-то что? Мне Хилей пишет в личку, да, Эрдру никакой. О чем ты мне хочешь об этом сказать? Бери Ген да Хиль, блядь. Что за психи, я не понимаю. Да ну, блядь, ну че, Гена мне второй день одно и то же говорит. Возьми да по Хиль покажи. Я скажу, да, Гена, я была... А чё, этот дебаф разве на Эрдру не работает? Типа она его на себя диспылит, и у нее минус 70%, 5% к хоте. Она будет у нее висеть... Там сам себя не диспылишь. Потому что она так мало хилит, потому что на ней висит дебаф. Чё вы от нее хотите, если ее заставили диспылить? Если Монород говорит, что он один может диспылить, пусть он и диспылит один. До этого... Пианист сказал, чтобы она диспылила. Сейчас она не будет диспылить. У нас и так про хила не хватает. Девка, есть же у тебя хил спек? Давай шестым хилом. Но мы, грубо говоря, сейчас нам нужно не это, нам нужно выжить, вот, пережить вот это все. Вот скажите мне, блядь, вам про хила не хватает? Да, конечно, не хватает. Вы, блядь, люди падают просто. Вы, блядь, мы поднять не можем рейд. Блядь, не хватает. Прохила вполне хватает, если бы, блядь, долбоёбы не бегали по лужам. Ну это само собой, но эти косяки тоже можно отхиливать. Эти косяки не должны отхиливаться. Люди должны учиться, ну, блядь, так... делать. Это первый нюанс. Второй нюанс. Посмотрите, блядь, дебафы на боссе. А потом говорите про ХПС. Друид, блядь, диспелит. И посмотрите, блядь, какой дебаф на него налаживается. Не просто так я друида на диспел поставил. Давайте пафом, погнали. Все свои недовольства, блядь, при себе держим. Я собираю рейд, блядь, я веду рейд. И весь состав рейда только от меня зависит. Если я считаю, что так нужно, значит так нужно. А не так, что, блядь, кто-то захотел это, кто-то захотел это, и, блядь, в итоге нихуя не получится. Лёха, дай каск, пожалуйста. Сейчас дам. Заебали уже свои недовольства тут высказывать. Мне тоже, блядь, много чего не нравится, но я же ничего не говорю. Если будете нормально контролировать, проблем не будет. Кирс хила. Отпивайся, рыба стоит. Как на поминках прям. Напоминаю, первая лужа, стоим на рендже, вторые лужи, тоже на рендже. Потом подбегаем ближе к боссу. Подбежали к боссу, раздаем контроль, взрываем мобов, разбегаемся обратно. Разлаживаем лужи, и так, блядь, повторяется постоянно, нихуя нового. Если лужи под боссом, это значит, кто-то, блядь, не отбежал на момент каста босса. Потому что на танков лужи не кидаются. Еще раз даю проверку. Элбил, все готовы, поехали.
Так и от босса роги набирать. Класс. Забрал. Босс, контроль раздаем по мобам. Топните, сейчас мобы должны постоять. 3 секунды. Еще одного дергать, нет? Все, давай одного дергай. Можете разбирать. Еще одно. Кисли забрать. Подожди. Все, последний вдруг, подождите. Забирай. Блять, ну законтролить было сложно на этих мобов. Они до стаков взорвались. Забираю. Это вторые уже. Снова будут мобы. Босс. Контроль раздаем. Почему мобы сразу все взрываются, блядь? Где потому контроль? Что какая-то сова дала звездопад и весь контроль вышел от урона. Спасибо совам. У нас сова только одна, Гена. Эта сова стоит на платформе во время коста. Типа на платформу кидаются. Ну, на стеклянную. Вместе с Казумом стоят там, возле босса, позади его. Так а что вы с той стороны делаете, босс? С какой стороны? О чем ты? Этих 3 человек я вообще не достаю хилом. Весь бой практически. А где стоять, блядь? Ты говорить, стоим, как бы, блядь, разрозненно, да? Получается как? Подкаст перьев, ты перебегаешь, получается, либо по часовой, грубо говоря, стрелке, либо против часовой, и все равно попадаешься на перьев, потому что справа или слева от тебя стоит человек. Потому что ты убегаешь не налево или направо, а назад. Ну, посмотри, 3 хилов пишут, что они даже если ты назад будешь вашу группу ходить. Хотя мы стоим в метках, где положено. Слишком далеко, чуть ближе нужно. Честно сказать, нормально, вроде живут все, когда стоят на этой стороне. Никто не сдох, ничего. Никаких проблем не возникает, тут места достаточно вполне. Не, ну типа прикольно, когда я смотрю, Гевка стоит на малом круге, бежит кот, он убегает дальше, чем он. А Гевке нормально. Отбегайте, блядь, с малого круга на самый край. Чем дальше вы вынесете лужу, тем, блядь, легче будет потом. И выйдеть мобов, блядь. Это, Долорес, поставь Дживса. Так, я что-то завис. Я заметил такую фишку. Во время коста милик убегает от босса, но при этом РДД как стояли по кругу вот этому, то что вот, как ты говорил, по малому кругу, так и не стоит. Они не отбегают вообще. Ладно, хилы могут с этой стороны еще тут там поближе к боссу ставить, но, блядь, РДД на макс РНЖ стоять коста, блядь, сложно, я думаю. Ну что потом мы идем по этим лужам до босса. Ладно, блядь, короче, если вы так не можете, значит будем бегать. Мне уже надоело это. Короче, босса подводишь сюда, сюда вот примерно, да? На первом косте, где я прыгал. Если на втором косте, туда к звездочке его отводишь. Получается, я после второго его только забираю.
Я опустил второго, вот когда второй пойдет, типа тогда этот отведешь его. Когда моб, перед появлением мобов, туда подальше немножко. Мы начинаем с краев. Появились лужи, пробежали вперед. Разлили лужи, потом сбежались под босса. И дальше разбегаемся, ложим лужи максимально дальше, потом снова вперед пробегаем. А что, пианист, можно просто его оттащить между костами? Там неудобно будет. Нормально, кнопку назад нажал, отошел сколько надо. Я просто с Нурглетом берем на себя прям по 15 стаков, потому что Войдус складывает. Я видел, но я вас выхиливаю. Так, это первая печенька, первая позиционка босса. Короче, на первых лужах босс должен в печеньке стоять. На момент появления мобов босс должен в звездочке. Все просто. Короче, пока лужи появляются... После мобов. После мобов обратно в квадрат. Вот, да? Типа, смотрите, пока мобы появляются, лужи идут, да? В квадрате держим босса. Как лужи появились, как мобы начинают появляться, то есть уже вторые лужи прошли, смещайте его в звездочку, чтобы было удобно вас прохиливать. Так-с, даю проверку. Всем бафы давал или не давал? Да, и во время того, когда я танчу, я контролить больше не буду. А то я там щели пропускаю, и по мне еще больше летит. Все готовы. Готовность, поехали. На максимальном ранже возле стены держимся, РДД зон. На готовность, да. Лёха, по шаманам дай касочки. Так. Сейчас, да. Все, поехали. Сюда, в квадрат смещай. Сразу. Потом лужи разлились, вперед просто пробежали. Отойдите РДД зоны к стенке. Милики лево-право. Все, вперед пробежали просто. После следующего коста под босса сбегаем. Вот. Забираю. Все, под босса сбегаемся. Лужи, смотрите, где лужи, там моба. Так, отопорните здесь. Лужи сейчас будут. Сбегайте. Там прохилим, если по одному моб будет подходить, прохилим. Стопните. Все. Взрывайте. Блять. Вовремя взорвали. Дай БР по мне. Прохильте кис. Забрал. Лужи, смотри. Надо костами бежать. Сейчас будут старые лужи. После них боссу. Приди подальше. Еще немножко подальше приди. На себя кислый. Быстрее. Моба в контроле. Одного можно спускать. Дай сейв, лукую. КД. Окей. Ой, забирай. Здесь прийти. Мобов подведите два штуки.
Класси. Кто лужу разлил, блядь, посередине? Блядь, надо каст отслеживать. Я в хиле не могу, потому что хилю танка. Чтобы народ разбегался. А чё, поговорить могу, каст? Говори, каст. Потому что нихуя никто не разбегается. Да какое за пару сек? Блядь, перейдут только тогда, когда каст заканчивается. Берете босса фокус и смотрите. Я не могу раз... двумя глазами смотреть за кастом, блядь, и за этим. И за, блядь, хилботом. Ну, в заезд ты меликов заставляешь смотреть за кастом на тотема? Когда тотема бьет. Там, там видно, что тотем. Нет, ты бьешь тотем, но при этом просто кастует, то же самое приходится делать. Меликом я имею в виду. Так это, понимаешь, это немножко другая. Ты когда жмешь ротацию, ты же не смотришь глазами на ротацию. Правильно? Но... Так он смотрит на тотем. Зачем на тотем смотреть? Чтобы бить его. Так а нахуя, чтобы бить тотем? Он его взглядом ебашит, Лёш. Ну ладно. Так PvP скиллованные только умеют не смотреть и бить цель. Фокусу называется, да? Я просто охуеваю.